конце ноября поздней ночью жители одной из улиц города Камышино были разбужены звуками выстрелов, один за другим прозвучавших во дворе дома. А спустя несколько мгновений на этом месте был обнаружен раненый 29-летний местный житель. Сами же преступники скрылись. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была получена информация о лицах, возможно, причастных к совершению данного преступления, а также и транспортных средствах, на которых они передвигались. Сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке бойцов полицейского спецподразделения задержали троих подозреваемых в покушении на убийство. Ими оказались трое местных жителей в возрасте от 28 до 32 лет. По данным следствия, мотивом к расправе над потерпевшим послужил конфликт, имевший место ранее между ним и одним из злоумышленников. 30 ноября 2014 года подозреваемые на арендованном у приятеля автомобиле приехали к дому потерпевшего, где стали его поджидать. Около половины первого ночи, когда мужчина вышел из дома и направился к своему автомобилю, задержанные произвели в него не менее 17 выстрелов из огнестрельного оружия. Затем с места происшествия злоумышленники скрылись на автомашине ВАЗ, которая впоследствии была обнаружена полицейскими в сгоревшем состоянии в одном из гаражно-строительных кооперативов. Далее вышел я. Я увидел, что Франков лежит. Литвинов сказал, чтобы я его добил. Я произвел один выстрел с обреза. Пострадавшему удалось выжить благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, а все трое задержанных заключены под стражу. Возбуждено уголовное дело по фактам покушения на убийство и незаконный оборот оружия.